Глава Мариэл Александр Евстифеев провел рабочую встречу с руководством Волжского района. Речь шла о реализации национальных проектов, исполнении республиканских целевых программ, подготовке к зимнему сезону, а также о других актуальных для муниципалитетов вопросах. Все подробности в нашем сюжете. Обеспечение населения Волжского района доброкачественной питьевой водой, подготовка к новому учебному году и к предстоящему зимнему отопительному сезону. Все эти вопросы на сегодняшний день возглавляют повестку. Что до обеспечения водой, то руководитель региона в июле лично инспектировал бурение новых скважин у Помар. Две новые скважины уже запущены. К понедельнику в эксплуатацию войдут две оставшиеся. На эти цели из резервного фонда правительства специально выделили 12 миллионов рублей. Водозабор должен иметь необходимый резерв мощности, чтобы справляться с любыми пиковыми нагрузками. Воды по зимнему сезону хватает, но летом не хватает, потому что огородное время наступает. Нельзя людей критиковать за то, что они потребляют воду для полива своих приусадебных участков и огородов. Надо просто отрабатывать. Надо нам, Михаил Робертович, иметь график обновления нашего хозяйства водообеспечения по всем районам. Потому что сегодня мы 7 скважин по республике одновременно бурим. Это пожарная ситуация, ее нельзя допускать. И люди совершенно обоснованно возмущались. Но все должны понимать, что всю республику одновременно мы бурить не можем. Ни с точки зрения технических возможностей, ни главное, с точки зения финансовых затрат, которые эта дорогостоящая работа за собой влечет. Все горячие точки района потушены в самом прямом смысле слова, и население полностью обеспечено водой, в том числе и для хозяйственных нужд. Отдельная тема – подготовка к 1 сентября и вакцинация учителей. На сегодняшний день у нас завершена приемка всех образовательных учреждений в районе. Вместе со службами комиссии проверяли. Есть ряд замечаний, которые сейчас устраняются до 1 сентября. Завершим все работы. И акты о готовности школ подписаны всеми службами. На сегодняшний день особые условия – это как раз по вакцинации. По вашему поручению мы провели ряд встреч и проводим работы по вакцинации педагогического состава. На сегодняшний день 70% педагогического состава вакцинированы. Что же до подготовки к зиме, то благодаря адресной помощи руководства республики и личному распоряжению руководителя региона все застарелые проблемы начали решаться. Хочу выразить огромную благодарность вам. В прошлом году мы заключили большой проект, контракт, конституционное соглашение под вашим руководством. Для Волжского района это особо значимое событие, потому что много лет этим вопросом никто не занимался, и все котельные, которые у нас есть на балансе, они не модернизировались очень долгое время ввиду плохой финансовой истории МУП тепловых сетей. Благодаря поддержке и финансовой с вашей стороны правительства на сегодняшний день заключено конституционное соглашение, и у нас спецорганизация «Марикоммунэнерго» готовит объекты, тепловые пункты к новому отопительному сезону. Таким образом, совместная работа руководства республики и муниципалитетов дает нужный результат, а правильное и своевременное воплощение в жизнь национальных проектов и программ выводит социально-экономическое развитие районов республики на принципиально новый уровень.